конце декабря принято подводить итоги уходящего года. Эта традиция не обошла стороной и ивановских художников. Итоги своей деятельности они подводят на ежегодной выставке «Вернисаж на Рождество», открывшейся сегодня в Ивановском доме художника. Всегда, когда идешь на какую-то тематическую выставку, ожидаешь некой однобокости, что вот она будет в какой-то одной струе. А сегодня вот на этой выставке тематической я этого абсолютно не почувствовал. Картины выполнены в самых разных техниках и стилях. Художники представили свои лучшие и любимые произведения. Здесь портреты и пейзажи, абстракции и натюрморты, гуашь, акварель, тушь и пастель. Разнообразие царит и в тематике. Само название «Вернисаж на Рождество» крайне обманчиво. Снега и новогодних праздников на полотнах практически нет. Вернисаж на Рождество, а здесь вы обратите внимание, что есть работы очень весенние, есть работы летние, потому что в нашей природе круговорот. И в первую очередь в этот раз мы хотели поднять настроение всем. Организаторы признаются, что не смогли представить на этой выставке все заявленные работы. Они бы просто не уместились в этом зале. В итоге зритель может увидеть 120 работ 60 ивановских художников. Чтобы подарить публике больше впечатлений, было решено оставить выставку открытой для посещения на все праздничные дни. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.